Привет всем, мои дорогие друзья, меня зовут Аберт, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру Fantasy Draft. Тащи, ребята, это будет финал рафта. Не знаю, почему я решил записать этот ролик, но, ребята, мы с моей женой, с Еленой, играли уже часов, наверное, 5-6, чтобы добраться до вот этого момента, и это момент уже практически финала, потому что, ребят, я уже знаю, где находится финал, потому что мы уже догоняем Олафа, и, судя по всему, мне сейчас предстоит сражение с вон теми страшными, ужасными собаками огненными, и, насколько я понял, что мне сразиться с генами, мне нужно будет немножко снарядиться, а именно набрать себе оружку. Кроме всего этого, сейчас я вам покажу, конечно же, как выглядит мой плод. Я знаю, ребята, то, что многие подписчики обожают эту игру, и что самое интересное, я, ребята, уже снимал несколько видео по этой игре. Кроме того, что я снимал несколько видео по этой игре, ё-моё, так страшно прыгать. Ну давай, поехали. Как же это страшно выглядит. В общем, я уже снимал, точнее, мы уже стримили с вами вот эту игру, и в этой игре мы вместе с вами добирались до Бальбоа, то есть до острова, где находятся медведи, и все. То есть дальше мы пока что игру эту не проходили, но именно на запись. А так, в принципе, ребята, я от самого нуля до самого, вот, до финала мы с Еленой прошли уже, не знаю, за сколько, может быть, часов, я не знаю, за сколько, часов за 5, наверное, скорее всего, мы вот это все прошли. Но кроме всего этого, что мы прошли за 5 часов до сюда, я вам покажу, что мы успели сделать. Я, конечно, не до конца не... Я до конца не понял, как здесь провести не электричество. Так, давайте я вот это пока что вырублю. Агли, давай включим. Я до конца не понял, как мне провести вот это топливо. То есть мне хочу, чтобы топливо одновременно перерабатывалось. И после того, как оно перерабатывалось, оно попадало сюда. И отсюда оно сортировалось по вот этим движкам, которые я поставил. Также плод мой максимально маленький. Но вот как мы с Леной распланировали, так он и получился. Так, давай полим лужайку. Быстренько наберем сейчас водички. Можете быстренько пока осмотреться, посмотреть, что у меня тут нового, что тут интересного. Что у нас еще? Еда у нас есть, все у нас есть. Чертеж, кстати, что это за чертеж? Электрический блок зиплайна. В принципе, мне это не нужно, потому что мы это потом, в принципе, изучим. Так, подойдя вот сюда, мы здесь сможем это изучить. Так, быстренько научились. И что самое интересное, ребят, игра уже подходит к финалу. Точнее, до финала тут осталось, наверное, где-то примерно полчаса. А может быть, даже меньше. И что самое интересное, у меня до сих пор нет шерсти. С козы, кстати, шерсть добыть нельзя. Шерсть можно добыть только из ламы. И это действительно прям полная проблема, потому что, серьезно, я не могу. Я не могу, мне заканчивается игра, а шерсти нет. Не знаю, где ее добыть, но придется потом ее добыть, потому что я не смог сделать себе ничего, что связано с шерстью. А именно вот рюкзаки, вот этот кожный шлем, кожные доспехи, ничего вот этого я себе сделать не мог. Но это очень важно, потому что сейчас мне придется сражаться, я так понял, с боссом. А где акула? Вот это. Давай. Получай! Получай! Ладно, отлично. Так, вроде как ее вырубили. Так, теперь поехали дальше. Поехали дальше, поехали дальше. Так, нам нужно сейчас... Блин, как здесь неудобно ходить. Так, нам нужны, значит, шестеренки и все вот это самое для того, чтобы сделать себе мечи. Так, нам нужны мечи. Нам нужны вот эти мечи. Так, и для них нам нужны только болты, да? Так, болты, 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 болты. Берем болты и погнали вот сюда. Так, делаем с тобой раз меч, два меча. Два меча, я думаю, более чем будет достаточно. Потому что двух мечей, я уверен, тоже должно хватить. Так, два меча есть. Копье. Наверное, скорее всего, я сейчас тоже себе сделаю. Так, копье, 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 копье. Наверное, скорее всего, тоже себе сделаю. Еще одно на всякий случай. И... по идее, все. То есть, еда, вода есть. Давай вот это быстренько сейчас попьем. И пойдем на сражение. Потому что я знаю, ребята, точно то, что это уже финал. То есть, я знаю, что это финал. И поэтому я решил записать ролик про финал хотя бы. Потому что я знаю, что у меня есть подписчики, которые обожают игру под названием Raft. И что самое интересное, действительно, многие ждали стрим. Я видел то, что недавно писали в комментариях: Альберт, когда ты снимешь Raft? Потому что все помнят, мои подписчики, то, что я уже играл в Raft. И то, что мы вместе с вами уже проходили Raft. И мы допрошли, ну, можно сказать, до финала, но до поперечного финала примерно, то есть не до самого конца. Так, ну что, погнали, нам надо, в принципе, на сам верх забраться. Так, а на самый верх это вот сюда. Хорошо, погнали на сам верх и продолжим. Кстати, ребята, я нашел еще одну локацию, и там есть 36 этаж, то есть сюда, в принципе, в это здание попасть можно. Слушай, надо будет потом попробовать попасть в это здание и попробовать сделать отсюда лифт. Также нам нужно в этой серии спасти людей. Да, ребят, здесь есть люди. И по сюжету некий Олаф, то есть некий тип, некий пес, который украл людей. То есть он не то, что украл людей, а он именно схватил людей,
и посадил в тюрьму и говорит то, что он начальник этого острова. Ну, то есть все тут все понятно. То есть есть начальник острова, который всех схватил, благодаря вот этим страшным собакам, благодаря гиенам всех загнал в угол и говорит, я вас всех не выпущу, живите там, доживайте свои концы жизни. Так, ну что, нам наверх. Только я не знаю, как здесь можно наверх нормально попасть. Давай пойдем, в принципе, попробуем на лифту. Ну, потому что на лифту, мне кажется, это самое безопасное. Ну, по крайней мере, нормально. Так, все, еда есть, вода есть. Кокосика можно донавернуть, то есть. Значит, это есть, это есть. Лечилки, блин, надо было лечилки брать, потому что мало ли что может произойти. Надо было брать лечилки. Ай, ладно, блин, лечилки, конечно, не взял. Это, конечно, полная печаль. Так, ну нам куда-то вот сюда, насколько я знаю, нам куда-то вот сюда, и здесь у нас, да, вот он подъем наверх, и сейчас мы будем драться с гиенами. Я уже видел эти гиен, они уже там есть внизу, они уже заспавнились, поэтому беда нас ждет. Все, погнали, поехали, оба, во, какие вы тупые же все, вы должны благодарить меня, что вы живы. Так, ладно, я знаю точно, нам сюда. Ой, ой, хитрен батон. Что? Да, идите! Ой-ой-ой-ой-ой! А чё так? Так, ладно, я точно знаю, что нам сюда наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да идите вы нафиг! Как? Ладно, быстренько строим. Блин, мне надо был лук делать. Так, мне надо было делать лук. Так, ой-ой-ой-ой-ой, он динамиты кидает! Ой-о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 й
конечно, да. Ой-ой, жизни-то как мало. Динамит еще. А что будем делать? Ну все, мне кранты. То есть, если я нажму остаться и перезапуститься, я окажусь, получается, заново на плоту. Офигеть. Ладно, я точно знаю, что у меня где-то были лечилки. Я их очень много набрал в подводном городе. Так, и они у меня, в принципе, должны были быть. Не знаю, сколько их, где они и есть ли они вообще. Может быть, я их все просто потратил. Так, здесь точно нету. Здесь у нас шкафчики точно нету. Здесь у нас есть, вот они, лечилки. Давай, наверное, скорее всего, возьму вот эти лечилки. Раз, поставлю лечилку, два, поставлю лечилку. Также быстренько пьем. Так, и быстренько кушаем мясо. И поехали обратно сражаться. Ё-моё. Ну, в принципе, я уже... половину, в принципе, все расставил. Так, кстати, да, я забыл, что самое главное показать. Смотрите, что я сделал. Красота. Ай! Блин, да что такое-то? Идите нафиг, эти гиены, откуда их здесь столько? Так, ладно, я вернулся. И продолжаю строить отсюда выход. Ладно, я решил использовать копье. Потому что копье это самое безопасное. Ну, то есть, реально, копье это самое здесь нормальное. Я не знаю, что может быть лучше. Ой, как же у вас здесь много. Так, ладно, пока больше никого не вижу. Я продолжаю строить. Ядрём, откуда он кинул? А, вон он! Ё-мо, я сижу, не пойму, говорят, где он. Так, ладно, вроде больше гиен не вижу. Так, ладно. Ё-моё, еще гиены! Блинский. Куда ты поставил? Нет! Нет! Куда я поставил эту коробку? Все горит, просто все горит. Так, ладно, быстренько мазь втираем. Втирай мазь. Ладно. Все хорошо. Блин, я мазь не втер. Мазь не втер календулу. Да не трожь ты меня. Втирай мазь. Ладно. Все вроде все хорошо. Иди ты нафиг, блин. Не тащи меня. Ё-моё. Осталась лишь одна коробка. Ребята, одна коробка. Одна коробка. Да не одна, подожди, что там понастроили-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Да почему так сложно-то? Да иди ты в зад... Да не хватай ты меня. Что за фигня-то?
Да нет, ну... Так, ладно, давай используем мазь. Хорошо, мазь прям хорошо восстанавливает, прям очень хорошо восстанавливает жизни. Но это просто какой-то полный капец. Да вроде вообще легко очень. Я сейчас попробую не ждать, пока появится гиена, либо попробовать и грохнуть. И я не знаю, сохраняется вообще вот этот процесс или нет. Хорошо то, что хотя бы сохраняются вот эти блоки, то, что я поставил. Но кроме блоков, вот очень важно, прям очень важно, чтобы сохранялось... процесс игры, потому что если процесс игры не сохранится, то получается мне надо будет по новой каждый раз убивать этих сраных гиен. Это просто какой-то капец. Хорошо то, что хотя бы не так далеко с тобой находимся. И, блин, вот это, почему процесс не сохраняется так, чтобы я мог спокойно, ну, например, вернуться туда. Кстати, очень хорошо там все стоит. На! Отлично. На! Отлично. Ой, как я много их вырубил-то. Так, отлично. Ну шо, готов? Стоять! Так, ладно, пока он побежал, я быстренько сейчас соберу хлам. Это ваш конец, говорит он. Ну ладно, хорошо. Хорошо, конец-то конец. Ну, по крайней мере, с генами мы уже справились. Поэтому это означает то, что сейчас мы уже за ним, в принципе, пойдем. Так, объедки. Вау! Кстати, вот эти подарочки, это очень важная штука. Так, ну-ка посмотрим. Так, урна. Кстати, очень веселая вещь. И подсвечник. Хорошо, объедки мы тоже быстренько слопаем. А, давай быстренько вот эту еду тоже слопаем. И быстренько... Ё-моё, какие вот эти страшные. Посмотри, они прям живые. Так, ладненько. Это мы с тобой скушали. Давай быстренько кокос тоже навернем. Я просто быстро смотрю, потому что есть очень много есть разных вещей, которые могут, знаешь, где-нибудь вот так залежаться. И, может быть, соковыжималка. Так, и, может быть, что-то интересное мы с тобой донайдем. Например, урну. Так, флаг, хорошо. Это хорошо, ладно, поехали дальше. Смотреть, где он, куда он побежал. Так, рубли. Рубли мне тоже быстренько мне нужно. Так, потом надо будет их потратить. Но это, получается, нужно будет возвращаться обратно на Зимний остров. Именно там можно было хоть что-то купить. Ну, в принципе, там единственное, что можешь купить, это еда. И еда, в принципе, не очень нужна. Цветы я купил. А, кроме цветов, мы же там что-то еще что-то там покупал. В общем, я много чего там интересного покупал. Так, рубль, отлично. Так, и мы куда-то пришли. Ё-мо, там призрак что летает? Что там призрак летает? Так, ладно, погнали. Из всех моих творений Альфа настоящий воин. Он умеет выживать. А я буду драться против этой херни. Слабые отсеиваются, сильные остаются. Вы, разведчики, были такими же! Так, мне поесть бы, конечно, было бы неплохо. Что? Вы создали себя с нуля! Вы не остановились! Альфа, приготовься! И убей! Убей! И что? Как она странно упала! Ай! 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 Ладно, я должен буду ее убить, да? Нет, я ее должен буду до цепи кстати, да? Вон, батон, ну ладно. А, ну вот. Слушай, она что делает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо! Жизнь, это как уходит-то? Маш, втирай. Втирай, мазь, календула! Ё, куда я делся? Куда я делся? Куда? Нет! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну нет, только не погибай! Да что он его не бьет вообще? А, вот. Я вообще его убью? Я не знаю, я убью или нет? Я его вроде бью. Нет! Ё-моё, мазь календула! Ладно. А, то есть когда... Я понял. Нет! А хпшка чего так улетает? То есть когда он стоит, кормит его, его нельзя бить. Хитрё, батон! Да иди ты в сраку! Нет! Нет, очень мало хпшки. Очень мало хпшки. Ну где ты? Где ты? Я тебя вырублю. На! Твари.
И тебя вырублю, и ту вырублю. И тебя! И тебя я зарежу! Иди ты нафиг! Сколько я тебя буду убивать? Иди, 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 иди! Она начала как-то по-странному бегать! На! Ух ты, зараза! Так чё она такая быстрой стала? Ну, зараза, на! Ой, ребят, извиняюсь. Просто болею. О! О! Убил ее! С третьего раза! Три раза я сюда поднимался! Три раза я сюда поднимался! Три! Три раза! Три хангрит раз сюда я поднимался! Ух! А жми кондей включить. Это был очень жесткий бой. Фу. Вы ничего не сможете сделать. Держитесь подальше. Это все мое. Давай, давай. Нет. А. А, ты просто повис. Хорошо. Грязные рафтеры. Че, все что ли? А, ну да, вот он как раз тот самый лифт. Вы его не заслуживаете. А, вот ключ, кстати. Ключ от тюрьмы. Ну что? Пес. Справился я с тобой? И с Альфой с твоей справился. И еще с кучей разных собак справился. Со всеми я с вами справился. Я тебе глаза выколю вот этим топором. Так, ну что, ребята, в принципе, получается, уже можно спуститься вниз. Ой, 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 ой. Можно спуститься вниз для того, чтобы освободить всех людей. Так, и это финал, поэтому я надеюсь, что игра работает. Все работает. Поехали, записываем финал. Вставляем ключ. И... О. When the ocean itself broke, когда океан буквально смысл цивилизации, выживших остались ни с чем. Что? Но они не сдались. Разведчики встали из руин, дерзнули исследовать наш затопленный мир и вернули нам надежду. Благодаря их усилиям, утопия снова свободна. Вот он сидит! Это наш последний шанс начать длинный и трудный путь к восстановлению. Поменьше нельзя было сделать, вообще не вижу. Отныне мы все становимся разведчиками, готовые нащупать следующий шаг для человечества. О, как громко! Еще я лагаю, да, друг? А, там плоты чьи-то еще, смотри. Вот, вот, вот. Это другие рафтеры приплыли? Офигеть. Все, что ли? Все позади, но мы были на волоске. Все, да? Я могу, кстати, я могу взять абсолютно все предметы. Нифига себе, подожди, я бананов, арбузов могу на жизнь вперед собрать. Офигеть, тут народу. А вот и магазин, кстати. Сейчас мы с тобой обязательно все затарим. Все, что ли? Поверить не могу, что все закончилось. Послушать Олова было, мягко говоря, ошибкой. Мне надо было это все лучше как-то воспринимать. Задним числом я понимаю то, что он не был хорошим человеком, я сам себя разочаровал. Хорошо. То есть люди сами себя разочарованы, люди стали в том, что они послушали этого противного... Что, чеснок? Зачем он нужен? Травы с утопией. Офигеть, да? Так, ладненько, давай тут быстренько съедим. А что можем выбросить? Можем выбросить перья, можем выбросить коктейль, потому что, в принципе, мы уже умеем его делать. Так, и что тут еще? Ну-ка. В будущем нам стоит быть поосторожней. Олаф знал, что мы наивны. Теперь будем держать ухо навостро. Но нам нельзя забывать о главных ценностях утопии. Мы должны быть сильными и не позволять страху управлять нами. Хорошо, ладно. Так, здесь у нас что? Вау. Какие красивые штуки. Слушай, ну это, в принципе, можем быть потом все накупить. Деревья какие красивые. Вау, светильнички. Бутылочки. А, уже места нет. Ладно, давай выбросим что-нибудь. Так, а что можно? Камни давай выбросим. Да ё-мо, камни, идите в баню. Бутылки утопи, давай тоже возьмем. И, в принципе,
картошка, все можем брать. Блин, а что мне тут еще не нужно? Да вот это выбросим. Просто сырой картофель прям сильно пригодится. Блин, что так много? Мы реально что все можем отсюда забрать. Здравствуйте. Не нравится мне этот Олаф. А, кстати, вон он. Здесь мы были в самом начале, когда мы сражались с Олафом, когда он нас динамиты кидал. А знаешь, я сам чуть не стал разведчиком. Но вместо этого пошел работать на плавучий дом. Но говорю тебе, я строю плоты как профи. До нововведения делал лодки. Если честно, мне это меньше нравилось. У плотов есть своя магия, правда? Ладно, хорошо. Ё-моё, сырой лосось. Подожди, давай им хлам выбросим. Картошка, лосось. Ё-моё, мы просто все можем забрать. Да нет, ну куда все падает-то? Ё, мне просто все нужно. Мне нужно все. Так, ладно, я все заберу, пожалуй. А, сидишь? Сидишь? Буду пальцы в тебя тыкать. Ну что, все довольны? Так, довольны? Уже уплываешь, океан велик, как никогда. Кто жаждет, тот того и найдет. Я бы тоже однажды захотел бы поплавать, как ты на воде. Хорошо, то есть получается, это просто магазин, в котором я теперь могу все что угодно, да, делать? Офигеть, тут людей куча. Так, и наш плот где-то вон там, да? Опа, отлично. Слушай, офигеть, голова вот этой зараза. А также много чего, в принципе, мы купили. Но это все, это получается конец, потому что дальше продолжения не будет, потому что в названии было написано то, что Final Chapter. То есть Final Chapter это означает то, что финальная часть. То есть это означает, что продолжения определенно не будет. Кстати, бананов понабрали, много чего понабрали. У нас, в принципе, бананы растут. Точнее, у меня на плоту. Но, в принципе, нормально. Нормально. Можно будет их сейчас, в принципе, заточить, чтобы место было. И, в принципе, может быть, еще пожарить мясо. Не знаю, с кого я там добыл. Вроде как, где с этой гиены. Да, в принципе, пофиг. Съедобное мясо. Также мы купили вот эти краски. Сейчас можете что-нибудь тут развешать. Но у нас там еще есть много чего, поэтому можно было бы... Ага, это светящиеся. Что, бутылки? Так, пальмы. Вау. Так, пальмы можно поставить. Бутылки светящиеся можно тоже быстренько поставить. Так, они светятся. Так, такие бутылки можно было повесить. Офигеть, чтобы прям максимально красиво было. Так, и чеснок, да? Так, чеснок тоже повесили сушиться. Все, чеснок сушится. Все, что могли, в принципе, мы купили. Все, что могли, сделали. Так, это быстренько мясо мы сейчас с тобой ставим жариться. Сюда мы быстренько с тобой сейчас залезем. На все, что есть, у нас уже, в принципе, служим. И будем заканчивать, ребят. Если вы хотите продолжение, точнее, если вы хотите продолжение, то, скорее всего, его не будет, потому что это финал. Но, если вы хотите какие-то другие игры, чтобы я поиграл, напишите в описании, в названии, какие игры хотите, чтобы я поиграл. А на этом я заканчиваю. Если вы любите, то, пожалуйста, оставайтесь. Будьте всегда позитивными, классными, офигительными. И до следующего видео. Пока!